Ребята, всем добрый день. Мы давно с вами не виделись. Сегодня мне пришло смс в WhatsApp зайти на Wildberries. Ну, во-первых, что мне там делать? Ну, короче, там для меня был сюрприз. Вы не представляете, что это. Но я была в шоке, потому что именно это я давно хотела для своего ребенка. Именно это заменяет многие процедуры. Короче, смотрите сами. Я говорю большое спасибо Оле, Олечка Копылова, она же постоянный зритель на Ютубе. Вот, я говорю спасибо еще большое своему папе. Они вместе решили сделать нам такой подарок, прислали нам вот то, что вы сейчас видели, эту прекрасную баню. Солевая баня, теперь у меня будет, ребята, приглашаю. Кто будет мимо проезжать Раменского, заезжайте, потому что мы баню вам солевую точно устроим.